культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло закрытие второй всероссийской научной конференции учащихся имени Лобачевского, где наградили призеров и победителей конференции разных секций – химия, физика и астрономия, математическое моделирование, информатика и многих других. Оценивать работы учащихся представилась возможность ведущим ученым и специалистам Казанского федерального университета. Нам очень понравились проекты, которые были представлены в нашей номинации. Мы поэтому выделили даже ребят, кому мы подарили собственный приз. Они, во-первых, сделаны были на очень высоком профессиональном уровне, а во-вторых, они полностью находятся, совершенно неожиданно, полностью находятся именно в той области исследований, которые ведут наши ученые. Это интернет вещей, умные дома и безопасность интернет вещей. Участие в конференции традиционно приняли учащиеся 8, 9, 10 и 11 классов различных учебных заведений России. На конференции школьники представляли и защищали свои проекты исследования по разным областям. У нас тема была в области разработки более удобного способа для ингаляции, для ингаляционного метода. Наш лекарственный препарат плохо растворим в воде, и мы сделали так, что его засунули в другое вещество, которое хорошо растворимо в воде. И в итоге у нас получилось более эффективное лекарство. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.